Собаки бывают разные – добрые, злые, чрезмерно ласковые или, наоборот, опасные. Несмотря на то, что собака считается другом человека, животное может на него напасть. Шокирующее происшествие со смертельным исходом случилось 11 марта в поселке Курсаково городского округа Истра. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 19-летний Олег Шушунов возвращался с последней электрички домой. Около станции его настигла стая собак, которая растерзала парня. Спустя несколько часов эти же псы напали на женщину, которую чудом удалось спасти. Она была прооперирована и сейчас находится в больнице. У нас есть понимание, чьи это были собаки. Это не безнадзорные собаки, или то, что мы называем бездомными, которые там отлавливаются и так далее. Да, то есть у нас, но тем не менее, я не хочу забегать вперед, следствие идет, следственный комитет без сомнения разберется и даст свои оценки, в том числе и по виновности должностных лиц администрации, если это их вина будет, соответственно, установлена в процессе следствия. Произошедшее взбудоражило общественность, активизировались охотники за собаками, док-хантеры. С момента трагедии неоднократно в соцсетях всплывала информация о массовом отстреле собак. На это быстро среагировали зоозащитники, заявившие об организации ночного патрулирования территории. По словам активистов, они не оправдывают собак-людоедов, но под руку охотников могут попасть безобидные животные, например, домашние. Более того, такая зачистка неправомерна, и даже курсаковская трагедия не перепишет законы Российской Федерации. Мы занимались отловом, отстрелом, проще говоря, да, и, соответственно, потом сдавали в ветслужбу эти тела собак, там не только собак, и лисы, и там кого только не было. С 1 января 2017 года внесли изменения в законодательство, отстрел был запрещен, то есть сейчас по факту что должно быть? Животное надо поймать, обследовать. Соответственно, если выявляются заболевания ветеринарами, а не тем, кто ловит, то производится гуманная эвтаназия. Если, соответственно, ничего, никаких заболеваний у собаки нет, и вообще у животного, то оно стерилизуется или кастрируется в зависимости от пола и отдается на передержку, отдается в приют. Если в приюте дворняга не находит новую любящую семью, то она возвращается в места своего обитания. Часто такая картина с собаками? Третий раз. Прям кусают, нападают или просто лают? Лают. Страшно? Да. На отлов безнадзорных животных в бюджете городского округа заложено 2 миллиона рублей. Это приблизительно 350 голов. С начала текущего года отловлено уже около 90 голов. После ситуации в Курсаково в администрацию округа поступило около 80 обращений. С такой же проблемой сталкиваются жители Котово. В СНТ «Русь-1» уже на протяжении многих лет живут беспризорники, которых прикармливают добрые люди. До сих пор агрессивных случаев не зафиксировано, но взрослые опасаются за детей. Администрацию с обращением, там сын написал письмо, и тем более такой случай произошел в Истринском районе, где летальным исходом, значит, молодого человека собаки загрызли. Вот. И под этим впечатлением у нас он написал, потому что эту проблему надо решать. В принципе, сегодня у них агрессии нет, завтра может появиться агрессия. Это же собаки, понимаете, тут человек-то не всегда собой управляет своими эмоциями, а собаки, они вроде тихие-тихие, а потом может все произойти. В большинстве своем это брошенные собаки, которых были хозяева когда-то. Вот. Ну, естественно, они приходят на это места, где их можно поесть. Поэтому мы решили, во-первых, это дорогое удовольствие. В частном порядке отлов собаки занимает где-то 4,5 тысячи. Вот так вот, с учетом выезда. Люди звонят даже по собакам на этот круглосуточный телефон отдела дорог, который к собакам не имеет вообще никакого отношения. Для нас совершенно не имеет значения, устная была жалоба, письменная, через соцсети. Мы все жалобы регистрируем, она все равно берется на входящий номер, регистрируется и так далее. Потому что эта жалоба является для нас основанием для того, чтобы направить заявку подрядной организации. Сам Владимир – обладатель 3 выставочных овчарок восточноевропейской породы. Они послушны, выполняют команды. Несмотря на доброту, выгуливаются при полном параде, в намордниках и ошейниках, в избежании несчастных случаев. Хозяин относится к ним как к детям. Любовь – это главный критерий воспитания доброй собаки. Прежде чем завести собаку, должны очень хорошо подумать, смогут ли они. Собака – это друг человека, но человек тоже должен быть другом для собаки, понимаете? Нельзя так просто взять и бросить. Случай, произошедший в Курсаково, не единственный в своем роде. В 2014 году в Мансурово домашние собаки загрызли годовалую девочку по халатности родителей.
Безусловно, отстреливать собак нельзя. Однако и выпускать их на улицу тоже нельзя. Вам есть разница? Вас загрызет стая чипированных собак, и стерилизованных или обычных? На самом деле никакой разницы. Да, мы снижаем возможность разведения этих собак вне человека. Да, мы уменьшаем некоторым количеством их поголовья, да? Но мы не решаем глобально эту проблему. Мы не уничтожаем бездомных собак, потому что человек плодит бездомных собак. И в том случае виноваты не собаки. Виноваты люди, которые это допустили. Ведь, насколько я понимаю, там была ситуация, когда ребенка просто оставили одного вместе с собаками. 2 года назад была ситуация похожая в Костромской области, когда в питомнике хасочки, милые, замечательные собачки, мы занимаемся с детьми, оставили, бросили родителей ребенка рядом с собаками, собаки загрызли там ребенка. То есть вопрос не в собаках, вопрос в людях. Если у вас на улице есть стая бездомных собак, не ленитесь, звоните в соответствующие органы и требуйте, чтобы этих собак убрали. Я понимаю, что это сложно. Я сам звонил, мне отвечали, что а куда мы их денем? А вопрос к депутатам. Давайте в Истринском районе сделаем приют для бездомных собак. Как писал Антуан де Сент-Экзюпери, мы в ответе за всех, кого приручили. И очень страшно представить, что за смертью молодого парня стоит человеческая безответственность. Алена Кудырко, Михаил Моралов, Истр РФ.